Ну, объясняй, что нового, чем не устраивает та одежда, которая есть. Товарищ президент Республики Беларусь, имеющая форму одежды нас полностью устраивает, но время идет вперед. Ну, хорошо, рассмотреть... чем не устраивает, что вы хотите нового? Но хотим уйти от воротника мехового, перейти на воротник флисовый и капюшон. Он себя не очень зарекомендовал. Ну, понятно. Овчина, ходил я в таком воротнике. Предлагаем уйти от шапки меховой овчиной, перейти на шапку из искусственного меха. Наш производитель, хорошо, более легкая и выдерживает все наши... Ну и дешевле, наверное. Да? Полтора раза дешевле. И не промокаемо, точнее. Так точно. Для военнослужащих женщин предлагаем платье летнее на летний период и шляпу вместо вот кепки. Более комфортно в летний период, в жаркий. Это мы дополнительно вводим. Дополнительно, но сейчас с учет увеличения норм носки и сокращения некоторых форм одежды. Например, убираем вторые воротники, товарищ президент. Здесь предлагаем уйти от галстука и перейти на галстук-бабочку. Ну, более эстетично, считаем. И ввести в норму полуботинки демисезонные. Ношение осень и весна. Для курсантов, товарищ президент, предлагаю повседневную форму одежды перевести в особо парадную для участия в парадах и торжественных мероприятиях курсантов. Для повседневной деятельности, как повседневной, ввести офисную форму одежды, которая очень себя зарекомендовала в войсках, как повседневная форма одежды офицеров. Курсантам. Да, курсантам. Такая же у офицеров, товарищ президент, уже имеется. Для солдат и курсантов на жаркий период времени ввести майку поло. Тоже себя очень зарекомендовала в состав боевой формы одежды ввести тактическую рубашку. Опыт СВО показывает, что Российская Федерация, что Украина в теплый период носят... На нее удобно одевать бронежилет и так далее. Также ввести кашне летнее. В состав зимней боевой формы одежды ввести кашне зимнее. И заплату для военнослужащих по контракту куртку флисовую. Органы пограничной службы предлагают ввести куртку демисезонную облегченную. Заплату для военнослужащих по контрактной службе. Внутренние войска предлагают восстановить исторические традиции, ввести вместо красного канта краповый цвет и на погонах. Также готовим изменения в указ по форме одежды Суворова, товарищ президент. Предлагаем ввести куртку демисезонную, также с флисовым воротником и капюшоном. Повседневную форму одежды сделать также особо парадной для участия в парадах и торжественных мероприятиях. Ввести офисную форму одежды для суворовцев и в жаркий период футболку поло. То же самое. Так точно. Цена вопроса? Цена вопроса остается прежней за счет увеличения сроков носки и замены других предметов. Вы дополнительно финансирование согласовали? Со всеми заинтересованными согласовали. Да. Практически год форма одежды была в носке. Ваше мнение, что надо дополнить? В течение 4 лет с момента издания указа в 2020 году военнослужащие высказывали пожелания, предложения. Здесь предусмотрено то, что действительно просит личный состав. Не в штабах мы сидим и слушаем людей, и, исходя из этого, дорабатываем вот ту форму, которая есть. То есть вас все устраивает? Так точно. Так? Так точно. Ну, раз устраивает, хорошо. Денег лишних не просите. Нет. Так тому и быть. Но... По ходу надо по ходу чего-то усовершенствовать, если нужно. Товарищ президент, чем мы занимаемся, особенно боевой формой одежды? Ну, не 4 года. Может, и неделя надо для того, чтобы что-то убрать, что-то добавить. Постоянно, идет вот постоянно. То есть все мы шьем у себя. Да. Вся ткань наша, производители наши. Ну, вот с Татьяной Алексеевной сейчас решаем вопрос по флису. Все остальное наше. Хорошо.